Шановні колеги, шановні присутні, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, дуже важливе для нашого міста, дуже важливе для нашої громади. Це, я б казав, судьбоносне рішення і судьбоносне питання. І вирішування цього питання почалось не сьогодні, коли ми розглядали також на засіданні виконавчого комітету і приймали рішення по проведенню ремонтно-реставраційних робіт на будинку Русова. Настала черга і дому Гоголя. Ще одне знакове здання, пам'ятник архітектури нашого міста. Тому питання дуже важливе, ще раз хочу підкреслити це. Тому ми, незважаючи на сьогодні ті обмеження, які існують по проведенню различних мероприятий, зборів та інше, я благодарен і дуже вдячний членам виконкому, що знайшли час, і ми змогли зібрати кворум для того, щоб прийняти це рішення. Тому що треба йти по процедурі. Нам дуже важливо сьогодні це рішення прийняти і зробити те, що сьогодні є очевидним. Що цей будинок є аварійним. Тому я надаю слово Корольову Марату Валентиновичу, голові Приморської адміністрації, районної адміністрації, про результати роботи комісії з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Гоголя, 11, та визначення подібного фасадного корпусу цього будинку непридатним для проживання за таким, що не відповідає технічним і санітарним вимогам. Ви ще декілька слів. Ми на плановому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про і створили комісію по обстеженню цього здання. Я також вдячний Сергію Григоровичу вам, комісії, яка знайшла час і дуже стислий термін провела цю дуже важливу роботу. До проєкту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про результати роботи комісії з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Гоголя, 11, та визначення Г-подібного фасадного корпусу літера А цього будинку непридатним для проживання та таким, що не відповідає технічним та санітарним вимогам. Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради номер 268 від 30.07.2020 року створена комісія з обстеження стану житлового будинку, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Гоголя, 11. Комісія провела обстеження та встановила, що Г-подібний фасадний корпус літера А не відповідає технічним і санітарним вимогам та не придатним для проживання, що склала акт. До проєкту рішення додатково висновив, що технічний стан фасадного флігелю літера А житлового будинку вулиця Гоголя, 11, виготовлений Одеською державною академією будівництва та архітектури Міністерства освіти та науки України, згідно якого вище вказаний корпус літера А непридатний для нормальної експлуатації і потребує заходів з консервації. Враховуючи вищекладене, прошу підтримати проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. Я не буду казати і розповідати вам про історію цього будинку, що цей будинок приналежав дяді Ніколая Васильовича Гоголя. Писатель встановлювався в 1850-51 годах. Также не буду рассказывать, что жилой дом по этому адресу состоит из четырех корпусов. Николай Васильевич жил в фасадной Г-образной части. Именно эту часть в Одессе называют домом Гоголя. Я хочу лишь напомнить, что комиссия приступила к работе сразу после принятия решения. Хочу сказать, что на протяжении последних большого промежутка времени владельцами квартир этого дома не велись соответствующие работы.
Хочу подчеркнуть и следующее, о том, что теми структурами различных уровней, ну, в основном это у нас ведется управление по департаменту у нас или управление областное. Павел Владимирович, департамент? При департаменте культуры есть управление соответствующее, которое должно следить за соблюдением, во-первых, за подписанием и за тем, что была охранная грамота, и за состоянием памятников архитектуры. С одной стороны, безответственное отношение собственников, с другой стороны, халатное или просто попросту невыполнение требований своих функциональных обязанностей соответствующими департаментами, управлениями, которые имеют на это все полномочия, привели к тому, что еще один памятник архитектуры в городе Одессе находится в том состоянии, когда его спасти будет уже невозможно. Проведена работа за это время, я хочу проинформировать и одесситов, и здесь сидящих членов и исполнительного комитета, о том, что проведена работа за эти чуть больше 2 недель, достаточно большая. Была создана комиссия исполнительным комитетом, которая вышла на обследование. Также Сергей Григорьевич Подгайный обратился, мы обратились в нашу академию строительную, которая провела там свои обследования и исследования состояния, технического состояния данного здания. Заключение комиссии вы уже слышали. Здание на данный момент непригодно для проживания и не отвечает техническим и санитарным нормам. Хочу сказать, что работу, которую мы проводили, также надеемся, что она будет впервые, и мы надеемся на это. Это действительно будет очень для нас важно, что у нас откроется диалог. По крайней мере, Сергей Григорьевич встречался, уже вышли на нас собственники этого здания для проведения конструктивного диалога. В чем он будет заключаться, мы будем вас информировать. По крайней мере, желание мы увидели у собственников привести этот дом в порядок в кратчайшие сроки. Поэтому, какие наши дальнейшие шаги? Я прошу оформить это протокольное поручение, Сергей Григорьевич, вас взять на контроль. В ближайшее время провести очередное совещание на объекте совместно с владельцами. Вот насколько это позволит формулировка «кратчайшие сроки». Сегодня, значит, сегодня, завтра, вот как только они будут готовы, если они в Одессе. В ходе этого совещания мы должны определить конкретные сроки действия и, может быть, даже подписать какой-то документ, либо понятийное соглашение. Каким это будет, как оно будет выглядеть, по крайней мере, было бы это неплохо для того, чтобы люди увидели это, что у нас есть, если действительно собственники хотят этого, то тогда, я думаю, это можно будет сделать легко. Параллельно с этим, уже начиная с сегодняшнего дня, разработка проекта консервации дома на осенне-зимний период. Нам необходимо, у нас есть алгоритм действий, который мы уже испытали, попробовали и внедрили, и он имеет положительные результаты на доме Русова, когда мы не ждали, пока там будет воздействие внешней среды, а провели работы по консервации объекта, аварийной консервации. Сохранили здание, защитили от внешних всяких воздействий, дождь, ветер и так далее, Сохранили и потом отреставрировали. Поэтому нам необходимо в ближайшее время разработать проект консервации. Параллельно с этим разработать проект восстановления дома Гоголя, определить источники финансирования. Это очень важно. Мы сегодня уже должны понимать, за чьи деньги, что будет там производиться, какие работы. Следующее. До конца августа установить строительные леса, закрыть здание баннерами, навести порядок вокруг дома. То есть вот этот вот ржавый заросший забор, который позорит и город, и улицу это в целом, необходимо нам разработать и предложить собственникам, а я предлагаю, чтобы это не, они, я уверен, должны сделать это за свои деньги, должны навести порядок и установить такой баннер. Мы прошли сложные этапы
Они были сложными, но мы показали, что мы способны их решить при совместном желании. Но есть люди, которые не поняли, которые решили, что все в городе принадлежит кому-то, но не громаде. Такого не будет. Мы готовы и открыты к прозрачному, конструктивному диалогу. Но когда кто-то пытается увести городскую собственность через какие-то схемы, выбрав себе сомнительного регистратора, я никого сейчас не обижаю и не оскорбляю, я ссылаюсь лишь на те материалы, которые нам поступили от правоохранительных органов. И после этого нежелания смириться с этой мыслью, на нас поданы судебные заявления, уже нас определяется к рассмотрению дела, когда хотят отменить нашу регистрацию, городскую регистрацию, которая, на наш взгляд, прошла абсолютно законно. Мы будем бороться в судах, и я уверен, что мы победим. Но это, я хочу, чтобы еще раз прозвучало нашим сигналом к тем, кто купил квартиры в памятниках архитектуры, тем, кто купил целиком дома различными способами. Если это нежилой объект, то как нежилой объект, если жилой, то путем скупки квартир и фактически являются собственниками дома. Юридически может это разбито на какие-то квартиры, на много собственников. Организовали УСМД, я еще раз обращаю к этим владельцам. То, что та программа, которую мы начали, те действия, которые мы начали, это и акция предвыборная. Так будет жить город Одесса, я уверен, в будущем, сегодня и в будущем. Мы сделали задел и показали свое отношение к нашему городу. И ничего не поменяется. Все приведут свои дома, где есть собственники, в порядок. Мы понимаем и нашу ответственность в этом вопросе и готовы к сотрудничеству. Но к сотрудничеству. Поэтому те, кто меня услышал, те, кто знает, о чем идет речь, пожалуйста, двери нашего управления открыты. Профильный заместитель Сергей Григорьевич Подгайный готов принять в любое время в рабочее с предложениями о проведении ремонта реставрационных работ на памятниках архитектуры нашего города. Пожалуйста, обращайтесь, давайте выстраивать с вами конструктивные деловые отношения, если не получилось ранее. Прошу нас услышать сегодня.